Минск – это столица, политический, экономический, культурный и научный центр. Визитная карточка нашей страны. Поэтому первые годы своего президентства порядок мы начали наводить именно с города-героя Минска. Так получилось, что мы столице гораздо больше внимания уделяли, чем другим. По сути, ею только и занимались первые годы. Ресурсы, силы, какие были тогда, все сюда вкладывали. Это только в последнее время мы бросили взгляд на регионы. Была такая возможность, появилась она. Программы развития опорных городов, сельских поселений, трилогия года Малой Родины, отдаем долг селу, районам. Сегодня там наибольшее отставание, и надо обеспечить равномерное развитие страны. Хорошо, что у каждого горожанина был бы свой участок, клочок земли. Это мы будем продвигать в предстоящую пятилетку активно. Было бы счастье, да несчастье помогло. Пандемия нас образумила, и та паника небольшая, которая прошлась по стране. И мы поняли, у кого есть небольшой участочек, а если еще и дачка, это было спасение для стариков. Вы смогли поехать и сами туда на выходные, и вывести туда детей. Огромное количество свободных участков. Их надо передать в собственность за совсем символическую цену нашим людям. Таким образом, мы возродим и неперспективные деревеньки, мы будем развивать малые города, городские поселки, поселки городского типа, и людям создадим удобства для жизни.